Русская семья открыла в Швейцарии весьма необычный цирк. Впервые в Женеве обучать этому искусству будут детей с ограниченными возможностями. Елена Пашон переехала в Швейцарию 12 лет назад. Всю жизнь с самого детства она занималась в цирке. Даже работала клоуном на Цветном бульваре. В семье Пашон 4 ребенка, у некоторых есть инвалидность. Так что работу Елене пришлось бросить и посвятить себя семье. И уже в Швейцарии женщине пришла в голову мысль совместить заботу о детях-инвалидах и цирковое искусство. Дети не могут просто на двух ногах подпрыгнуть одновременно, потому что так сказать, дети телевизора, планшетов и прочее, у них ни координации никакой между головой, ногами и руками. А теперь они у нас уже начинают какие-то азы акробатики познавать, жонглирование. В общем, у них очень хорошо все это получается. Вот, и ребята с инвалидностью находятся на своем месте. В новом цирке дети осваивают практически все жанры. Это акробатика, жонглирование, азы воздушной гимнастики, пантомима, упражнения на координацию. Вот нет только занятий по дрессировке с животными. Это может быть опасно. Кроме развития своих физических возможностей, дети приобретают навык общения и заводят новых друзей. В этом году организаторы собираются подготовить цирковой спектакль и представить его публике. Подготовка номеров уже началась.